На эту номинацию поступило более 360 заявок, и мне приятно объявить математика с Петром Земсковым. А можно сразу экземплярчик книги для законченных гуманитариев? Пожалуйста. Спасибо. Поздравляю. Браво! Привет! Привет всем любителям математики! И эти аплодисменты прежде всего Ее Величеству школьной математики, Его Величеству профессии учитель и бумажной книге! И, конечно, слова благодарности. Я могу перечислить множество наставников, которые были со мной рядом. От первой учительницы Марии Михайловны до нашего великого учителя физкультуры Геннадия Семеновича Вертьянова, который единственный, наверное, на планете на протяжении 10 лет без 15,7 открывал спортзал, и дети до без 5,8 играли. И поэтому у него простые мальчишки выиграли область по баскетболу. Я хочу сказать огромное спасибо издательству АСТ, редакции «Аванта», моему редактору Дмитрию Калинину. Но больше всего я хочу поблагодарить, я очень хочу поблагодарить свою жену, красавицу. Да простит меня лучшая половина человечества, самая лучшая женщина на Земле. Екатерина, я тебя люблю. Екатерина, мы хотим вас увидеть! Идите к нам! А чего уж тут не постанавливать? Мы должны же видеть лучших из лучших сегодня здесь! Лучшая женщина на Земле, она же ведь должна тоже разделить с мужем момент триумфа. Друзья, вот оно! Вот кто поддерживает мужчин в их свершениях! Мне бы хотелось еще объявить специальный приз от крупнейшего в России сервиса электронных и аудиокниг компании «Литрос» и передать его вам, а скорее даже вашей супруге замечательной. Спасибо. Лучшей женщине на Земле. Букет из белых роз. Да, у нас хоть и вроде как официально, но очень романтическая все же премия.